Всем привет! С вами Лана и Катя. Это значит лишь одно. Вы смотрите обзор от компании Allo, в котором речь пойдет о 40-дюймовом телевизоре от Philips PFS6609. Что же касается дизайна, то тут компания Philips постаралась. Вот иногда даже удивляешься, откуда дизайнеры берут столько идей. Все потому, что компания Philips голландская. Как известно, Голландия славится тюльпанами. Отсюда мы можем предположить, что дизайнеры черпают свое вдохновение от великолепных цветочных полей. А подчеркивает, а точнее сказать, выделяет этот дизайн наличие уникальной фоновой подсветки Ambilight. Благодаря этой уникальной технологии пространство вокруг телевизора буквально оживает, наполняя помещение яркими цветами. Плюс эта технология наверняка придется по вкусу ярым футбольным фанатам. Специально для них компания Philips выпустила приложение Ambilight TV App для смартфонов и планшетов, с помощью которого можно выставлять в подсветке флаг своей любимой команды, а также управлять эмоциями, что делает просмотр любого футбольного матча еще увлекательней. Ну и, конечно же, с помощью тех же мобильных девайсов можно полноценно управлять телевизором. Ну или же делать это традиционно через пульт дистанционного управления, который радует своей безграничной функциональностью. То, что касается дизайна самого телевизора, то он элегантен в своей простоте. Узкая серебристая рамка обрамляет экран по периметру, а тонкая подставка придает ему необычайную легкость. И смотрится это, надо сказать, весьма эффектно, так как размеры телевизора в понятие компактный никак не укладываются. Вместе с подставкой его габариты составляют 911 мм по ширине, 587 по высоте, при глубине в 233 мм и весе в 9,6 кг. А что касается оснастки, то тут ее хватит, чтобы заткнуть многих именитых конкурентов. Одних только цифровых тюнеров 5 штук – DVB-T, T2, CS и S2. Таким количеством не каждый телевизор премиум-класса может похвастаться. Ну а уж по разъемам тут, как водится, весь необходимый набор со всеми компонентными и композитными. Для нас самыми необходимыми являются HDMI, коих тут 3 штуки, и USB, количество которых равно 2. Ну и, конечно же, учитывая то, что мы имеем дело со Smart-TV, в обязательном порядке присутствует вход Ethernet LAN и, естественно, имеется модуль беспроводной связи Wi-Fi. Подключаем телевизор к интернету и можем смело наслаждаться всеми его возможностями, а тут их вагон и маленькая тележка. Главное, чтобы интернет был проплачен. В новой линейке на борту двухъядерный процессор, что ощутимо отличает его по скорости от линейки прошлого года. В наличии все самые популярные и необходимые сервисы – видеосервисы, Megogo, All TV и Divan TV, погодные, игровые, музыкальные, YouTube, Skype, Facebook. В общем, все-все-все, без чего не мыслим современный Smart TV. Все это будет отображаться на великолепном 40-дюймовом экране с разрешением Full HD 1920 на 1080. Технология Pixel Precise HD сделает все возможное, чтобы изображение просто блистало высокой четкостью. Но благодаря поддержке Digital Natural Motion, даже при просмотре самых динамических сцен, в фильмах или во время спортивных телепередач, ни один даже самый маленький нюансик не ускользнет от вашего внимания. Тем более, что частота обработки изображения в этом телевизоре достигает 400 Гц. Ну и, конечно же, нельзя не рассказать о нашей любимой функции 3D, реализация которой тут просто восхитительна. Применение активной 3D-технологии позволило добиться потрясающих результатов и с максимальным качеством обеспечивает эффект присутствия. А если вас интересует, как выглядели бы ваши любимые фильмы в трехмерном формате, для этих целей в телевизоре имеется функция конвертации 2D в 3D. Так что для утоления вашего любопытства никаких преград не будет, даже две пары очков для этого в комплекте. Телевизоры Philips продолжают радовать своих поклонников. Данная модель может похвастаться прекрасным дизайном и великолепным экраном. Кроме того, здесь отлично реализованы функции Smart TV и 3D. Ну а о подсветке Ambilight говорить не стоит, ее нужно увидеть. С вами была Катя и Лана, и обзор прекрасного телевизора от Philips 40PFS6609 от компании Allo. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за новыми обзорами. Пока! Чай, кофе, капучино.